Утро, мои дорогие. Ну что, по традиции, давайте посмотрим. Сегодня немножко необычно будет наше послание. Вернее, даже не послание, а сделаем такую мини-диагностику. Мини-диагностику и расстановку на желаемую вашу ситуацию. Подумайте о том, что бы вы хотели, чтобы реализовалось у вас на этой неделе. Вот какой бы классный результат был бы для вас исходом того, что вы прожили эту неделю плодотворно и довольны собой. Вот просто представьте ту ситуацию, тот результат, который бы вы хотели. Я предлагаю все-таки разумно, да, осознанно подойти к этому вопросу. Не так, что вы зарабатываете там 50 тысяч и вдруг захотели получить 50, ну, миллион, да, 50 миллионов. Давайте как бы осознанно. Поэтому, чтобы было классным результатом на этой неделе для вас, что вы хотите получить. Подумайте об этом, сделайте вдох-выдох, можете нажать на паузу и выбрать свой результат, свою позицию. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Почувствуйте. Будет такая мини-расстановочка. Вдох-выдох. Где ваш? Где ваша позиция? И я сейчас начну, раскрою сейчас фигуру. Это фигура вы сейчас, а это фигура вас, которая уже получила тот результат, который вы хотите. Я предлагаю также нажать на паузу, почувствовать вы, эта фигура, что вы чувствуете, какая вы, большая, маленькая, что у вас по отношению к этой фигуре. И точно так же в обратное почувствовать, что от этой фигуры, какая вы, если вы эта фигура. Вдох-выдох. Что необходимо сделать этой фигуре? Дайте ей совет, почувствуйте. Я сейчас раскрою и скажу. Для того, чтобы прийти к желаемому результату, вы сейчас слишком эмоциональны. Необходимо сгармонизировать свой эмоциональный фон. Не давать эмоциям править вами. Сохранять гармонию внутри. Не выплескивать, не расплескивать свои эмоции. Убрать все переживания, страхи. Все, что мешает вам быть гармоничным внутри. Все, что мешает вам быть в балансе. И для того, чтобы реализовать тот результат, который вы хотите получить, вам либо нужно поучиться, да, возможно, вы уже обучаетесь, то есть продолжать это делать, и либо, если вы уже мастер своего дела, то стать наставником. Стать наставником, видеть своих учеников, образы своих учеников, какие они, или клиентов, да, у каждого здесь свое. Вы здесь почувствуете, где вы на этой карте, кто вы, какая вы. И тогда вы поймете, что вам необходимо сделать для того, чтобы получить этот результат. И когда вы все опишете, вдох-выдох, вот прям станьте этой фигурой. И вы уже эта фигура. Вы уже эта фигура. Зафиксируйте свое состояние. Возможно, если у вас есть эфирные масла, прям выберите интуитивно масло, которое будет якорем для вашей ситуации. И подышите им. Однозначно здесь либо вы ученик, вам необходимо дальше продолжать обучение или научиться чему-то, да, следовать за своим наставником, либо вы наставник. Ну, либо если вы продавец и это покупатели, то есть, соответственно, видеть своих покупателей. То есть, либо, да, то есть вы здесь уже подстраиваете под свою ситуацию, возможно, это ваш начальник, то есть обязательно следовать за своим начальником, прислушиваться к нему и следить, сохранять за своими эмоциями, не выплескивать, да. Хорошо, второй вариант, вдох-выдох, точно так же, нажмите, пожалуйста, на паузу. Почувствуйте, да, сперва прям первую фигуру. Вы это сейчас, вы сегодня, а это вы уже там, где есть ваш результат. Вы уже его получили.
И сейчас мы смотрим, что необходимо вам сделать на этой неделе, какой быть, какое состояние включать, чтобы быть здесь. Точно так же почувствуйте, опишите свое состояние, куда вы смотрите, что у вас к этой фигуре, какая вы. И точно так же вы эта фигура. Вдох, выдох, вы эта фигура. И посмотрите в обратную сторону. Нажмите на паузу, сделайте это. А я раскрываю. И смотрим. Угу. Здесь вы... У вас очень много идей, вы их генерите, но такое ощущение, что это все и остается на уровне головомешалки в голове. Вы слишком много думаете. Нужно, необходимо будет навести порядок в вашей голове, в ваших мыслях, осознанно следить за тем, что вы думаете. Своими мыслями вы создаете реальность. И если вы в минусе, соответственно, ваши мысли мешают вам создавать желаемый результат. Здесь вы вся в себе, вы здесь живете головой. Что необходимо сделать? Необходимо проявить свой внутренний огонь, стать активным, почувствовать этот внутренний стержень, уверенность в себе, проявить вот ту личность себя, которая уверена, которая харизматична. Здесь четко мы видим, что нужно переходить от мыслей к действию, уже проявлять себя, заявлять о себе. У вас достаточно энергии, здесь много сил, здесь много энергии, здесь у вас все получится. То есть переходите от мыслей к действию. Для того, чтобы это сделать, посмотрите, какие мысли управляют вами. Перефокусируйте их в позитивную мысль. Ту мысль, которая откликнется в вашем теле вдохновением, желанием действовать, прям поверить в то, что все возможно. Потому что ваша фигура говорит, все реально, мы все сделаем, действуй. И третий вариант. Вдох, выдох. Это вы сейчас, это та фигура вас, это вы, где уже проявлен ваш желаемый результат. Почувствуйте, как вам здесь сейчас, как вы себя чувствуете, какое состояние внутри вас, какая вы по отношению к этой фигуре, большая, маленькая, что чувствуете, что ощущаете, приятна ли вам эта фигура. И точно так же в обратную, если вы эта фигура, вы уже все, вот вы уже получили то желаемое, тот результат, что бы вы сказали, посоветовали этой фигуре? Что вы можете ей дать? Нажмите на паузу, дайте себе время и прямо запишите. Не просто в мыслях, а запишите. Потому что то, что вы сейчас запишете, вы будете проживать на этой неделе. Запишите рекомендации этой фигуры для вас сегодняшней. Нажмите на паузу, а я открываю. И что мы здесь видим? Вы полностью сейчас ушли в себя для переосмысления, для внутренних подсказок. Но при этом вы ощущаете, возможно, отрешенность, одиночество внутри. Но этот момент, данный период вашей жизни, он необходим для того, чтобы вы обрели внутреннюю мудрость. Вам сейчас даются подсказки от Вселенной, от вашего Высшего Я, куда вам следовать. Вы не одиноки по факту, это вы сейчас вошли в это состояние. Вы можете грустить и говорить о том, что у меня ничего не получается, весь мир по отношению ко мне, возможно, жестоко, возможно, меня не замечает и так далее. То есть у вас здесь свои какие-то внутренние думки, внутренние переживания. Но только все это для того, если мы это смотрим в ресурсном, да, положении, только для того, чтобы вы выросли духовно. Ступень выше. Но для того, чтобы реализовалась ваша цель, необходимо уже выходить. И у вас карта такая, которая говорит, следуй за своей душой, прислушайся к своим желаниям. Не смотри на внешний мир, следуй за собой. Вспомни, кем ты хотела быть.
Вспомни о своих мечтах, желаниях. Именно ваши внутренние желания, ваши мечты приведут вас к желаемому результату. Проявляйтесь, не смотрите ни на кого. Не бойтесь осуждения, критики, как о вас оценят, что о вас подумают. Просто следуйте за своей душой, за своим внутренним желанием.